Федеральное бюро расследований. Спасибо, спасибо. Клай! Ты уже на ногах, здорово! Да, и знаешь, что я скажу? Чтобы поднять своих детей, мне нужны еще две операции, сволочь поганая. О, странно ты благодаришь за спасенную жизнь, но пожалуйста. О, так это была забота. Может, ну, и мне стоило тебя подстрелить? Гектор, у тебя отнял пушку, и тебе нечем было стрелять. Ты плохой напарник! Да? Ты плохой человек! Ты вообще не агент! Иди по своим анталистам! Нужно чередовать тепло и тепло. Заткнись, идем! Давай сюда! Козел. Калифорнийский патруль попросил помочь с делом о бронированных тачках. Думает, замешан кто-то свой. Что там было? Пилот сам прыгнул? Да. Но, может, его толкнул второй, пока не знают. Сколько копов под подозрением? 5. Нужно их вычислить. Сколько они получили? 12 600 000. Грузовик вез весь выигрыш с последних больших скачек Санта-Аните. То есть мне пойти к патрульным и опросить их? Нет, ты должен внедриться в их службу. Гоните. Под прикрытием среди почти своих? Обалдеть. На байке ездишь? А что? Грабители гоняют на байках, догонишь? Я бог всех штук с моторами. Не выделывайся, я серьезно. Не выделываюсь, я и снегоуборщика оседлаю. А газонокосилки вообще легко. Нужно поговорить о пуле в плече Алана и о фотках жены Гектора у тебя на телефоне. Будет слушание. Алан тряпка, это все знают. Арестованный смог отобрать у него пушку. Его бы и расспрашивали. Об этом надо забыть. Он возглавит расследование в Лос-Анджелесе. Будет твоим начальником. Только не этот клоун, молю. Ты всех после Глейда называешь клоуном. Да, но этот правда клоун. Ведешь себя как хренова вдова, остынь. Простите. Так откуда взялись фотографии? Ну, что я могу сделать, если кто-то шлет мне обнаженку? Разве это запретишь? Так ты кругом не виноват. Разве в том, что я красавчик и притягиваю женщин? Значит, и фотки своего хозяйства ей на телефон ты не посылал, да? Или твой телефон сделал их, пока ты спал, а твой хрен как раз нет? Но в тот момент казалось, что лучше уж так. Лучше слать фотки, чем просто поиметь ее. Отлично. Значит, ты с ней не спал? Спал. Но уже позже. Потому и сказал... Она жена обвиняемого. Обвиняемого по твоему делу. Я теперь все понял, сэр. Очень надеюсь, сынок, ведь не хочу из-за ерунды терять хорошего агента. Но ты сексоголик. Я исправлю, сэр. Кого я играю? Ты играешь некоего Фрэнсиса Ливеллина Панчарелло. Что за тупое имя? Точнее, куча имен. Ну, извини, мы уже накатали биографию. Не менять же ее теперь из-за тебя. Понял. Теперь ты офицер Фрэнсис Ливеллин Панчарелло. И тебя перевели к ним из Рединга. Только капитан Линдел знает, что ты из ФБР. Она поставит тебя с новичком Джоном Бейкером. Он еще ни хрена не понимает, а значит, не начнет тебя подозревать. А ты работай и поменьше залипай на задницы.